Карусель, карусель – это радость для всех, но только не для жителей Иркутска, которые никак не могут дождаться запуска 50-метрового колеса обозрения. Новая информация – дата открытия станет известна после 5 июня. Аттракцион еще не прошел необходимые испытания, а ведь жители столицы региона ждали запуска колеса еще 31 декабря. Но согласитесь, лучше потерпеть, зато потом быть спокойным за безопасность катания.